Быть здоровым – это модно. Спортивно-патриотическая акция под таким названием прошла сегодня в городе Красногорске Московской области. Любители здорового образа жизни собираются на центральной площади Красногорска уже в 9-й раз. По традиции перед гостями выступают спортсмены и артисты, а затем все желающие испытать свою силу воли обливаются холодной водой. В этом году при температуре около 20 градусов ниже нуля мероприятие собрало почти 100 участников, среди которых были дети. Раз, два и три! Такой колоссальный заряд энергии! Это нечто потрясающее! Страшно было! А сейчас? Ну, классно, я еще приду! Организаторы акции «Быть здоровым – это модно» в будущем году планируют сделать спортивно-патриотический праздник всероссийским и провести его в разных городах в одно и то же время с учетом часовых поясов.